Я Дюсенбаев Калкаман, закончил школу и колледж при Казахском, ранее Казахском национальном академии музыки, ныне Казахский национальный университет искусств. На данный момент являюсь преподавателем кафедры духовых и ударных инструментов Казахского национального университета искусств. Также являюсь дирижером Евразийского студенческого симфонического оркестра. Вообще интерес к данной профессии появился с раннего детства. Я, как, наверное, большинство детей с ранних лет любил просто петь. То есть это были какие-то мероприятия, когда гости собирались, я постоянно пел, и мне это нравилось. И в один момент начали многие советовать, что вот надо бы поступить в музыкальную академию. Возглавляет ее ректор Народной артистской Республики Казахстан Айма Мусхаджаева. Так мы решили, родители, не я, родители решили меня отдать в музыкальную академию. Так я поступил в Казахстан национальную академию музыки в первый класс и начал обучаться игре на валторне. Дальше, после окончания школы, я продолжил свое образование в колледже, попал со школы к прекрасному педагогу, он до сих пор и сейчас является моим педагогом, Жакену Ирлану Амбековичу, который открыл любовь, который привил мне любовь к этому инструменту, к чему я очень благодарен, что у меня на пути встретился такой педагог. Самый запоминающийся момент, это было на третьем курсе нашего колледжа. На тот момент наш оркестр университета начал уже выезжать на Евротур с гастрольной программы по городам Европы. Я тогда очень хотел мечтать попасть в этот оркестр, но я обучался именно в колледже, а так как туда брали только студентов вуза. Это на тот момент я вначале, конечно, очень обрадовался, что попал в оркестр, в такой большой оркестр со взрослыми музыкантами. Но уже, когда начались репетиции, я понял, что это очень тяжело, и приходилось очень много заниматься, то есть оставаться после репетиции, потому что был очень молод, именно на тот момент был студентом колледжа. У нас шли репетиции полгода, то есть мы с января начали, только в начале мая поехали на гастроли с нашим именитым дирижером Фуатом Шакировичем Мансуровым, и были прекрасные гастроли. Эти гастроли, это на тот момент мой самый запоминающий момент, наверное, студенческой жизни. После окончания колледжа, как раз были летом, у меня были вступительные в наш университет, и параллельно я отправил свою запись в Международный оркестр, молодежный симфонический оркестр Поволжья, где собираются со стран СНГ, из других стран зарубежья, отбирают музыкантов и делают большой оркестр содружества. Туда попал по конкурсу. Съездил на этот конкурс, и были профессора были из Московской консерватории, дирижер был Анатолий Абрамович Левин из Московской консерватории. И тогда они сказали, говорят, не хотел бы ли к нам поступить в Московскую консерваторию. Я долго думал. На тот момент я уже поступил в Казахский национальный университет искусств. Один год обучился, но все-таки решил немножко, как сказать, поменять обстановку. Обучался там 5 лет, после окончания консерватории вернулся к себе на родину. Работать, постараться именно сделать вклад именно развития искусства, обучать студентов нашего университета, нашей страны. После возвращения к себе на родину у меня был такой период в жизни появился. Захотелось еще когда развиваться еще дальше, еще больше, и я решил поступить
освоить такую профессию, как дирижирование. И так получилось, что и в 2017 году я поступил к нам в Казахский национальный университет искусств в магистратуру на кафедру оперно-симфонического дирижирования. За эти годы, когда я был студентом, магистрантом, было очень много концертов, так как наш ректор дает много возможностей именно для студентов, чтобы развиваться. Это были концерты с оркестром, это зарубежные поездки, как в оркестре. И закончил магистратуру, сейчас уже, получается, преподаю. Наш университет дал очень многое. Как я вам ранее говорил, то, что я с первого класса здесь обучался и в школу, и колледж, и магистратуру закончил. Сейчас дальше продолжаю преподавать, работать. Это уже университет стал моим вторым домом. Очень хочется выразить благодарность нашему ректору Айману Тожбек Мусхаджаевой за поддержку молодых, за такой вклад, то, что поддерживает наших студентов, наших школьников. Это не во многих по миру университетах есть такие условия, как у нас. Немногие даже оркестры, студенческие оркестры и детские ансамбли, которые у нас есть, ансамбли скрипачей, не во многих странах даже они могут ездить, концертировать. Вот особую благодарность хочется выразить нашему ректору Манкожибекне за поддержку, за вклад, за веру в нас. Хочу пожелать нашим студентам Казахстанского национального университета искусств, молодым музыкантам, которые собираются к нам поступать в школу, в колледж, в университет, в магистратуру. Хочется пожелать творческого вдохновения, побольше интересных проектов, постоянно совершенствоваться, идти только вперед.